Запись пошла. Это волшебство. Это магия. Девчули, это видео для нас. В общем, потому что сейчас мы будем смотреть мои покупки, сделанные на сайте Ticketex. Это российский производитель качественного, недорогого трикотажа. В общем, вещи все из натуральных тканей. В этот раз, видите, я очень по-скромному. Я немного заказывала, но потому что я заказываю исключительно только то, что мне нужно. Так вот, сейчас покажу, что мне нужно было. А там у них полным-полно всего. Так, в этот раз я взяла носки черные, носки белые. Ла-л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 а. С кроссами я же спортом заниматься планирую. Спортом заниматься. Как-то вроде бы не особо вяжется, да? Здесь две пары беленьких. Две пары. У меня кроссовки, считай, есть. А, две пары черных. Буду бегать к морю. Заниматься спортом, да. Блядь. Слушайте, накрасила губы блеском. Такая хуйня, блядь. Мне кажется, на улицу выйду, мухи прилипнут. Не могу даже говорить. Мне кажется, надо горлышко смочить. И вот черный. Слушайте, качество отменное просто. Плетение нити. Слушайте, ну прям достойно. Классная резинка. Так, в общем, белые носочки, черные носочки, длинные. А еще я заказала вот такие вот коротышки. Ой. Вот такие вот коротышки. Ну, типа, как бы следочки. У меня обувь достаточно открытая. И вот ножки не намазолишь. Всегда в тепле, в уюте. Две штуки. Вот эти вот золотые очень хорошо под мои туфельки подойдут. Красота. Так, потом я еще заказала для дома вот такие вот белые полотенца. Повешаю в ванну, буду вытирать руки. Петельки случайно нет? Нет, петельки нет. Ну, блядь, вот было бы хорошо, конечно... Такое полотенце, оно исключительно идет для рук. Что, догадаться не могли петельку пришить? Ну, наверное, у тебя качество ткани какое классное. Так, ну у меня же там крючок, по идее, оно и упасть не должно. А, зачем петелька? Что к чему, да? Петелька вот так вот повешу, и будет как кухонное полотенце. Нет, вот так вот лучше положу на крючок. Побогаче будет смотреться. В общем, две штуки белые на сменку. Одно в стирке, второе висит. Так, а затем я... что такое? Халат. Хватит мне ходить уже в этом махровом халате, потому что у нас сейчас теплеет. Сейчас буду ходить в тоненьком, хорошем халате. Ого! Секси-шмекси. А ну, гляди. Смотрите, какой гипюровый. И я такая утром на свой прекрасный балкон. Как выйду, да вся в кружеве. Да в коротюсеньком халатике. Да под поясок. Да на голотельце. Сука. Ну, хозяин хамама, держись. Посмотри. Ой, слушайте, как достойно выглядит. Ой, как красиво. А какой он приятный к телу. Ой, как я люблю натуральные ткани. Потом, у меня еще водолазка. Но мне надо. Мне надо. Водолазка. Такая вот красивая. Цвет. Очень такой, очень богатый такой цвет. Натуральный. Ткань. Так, водолазочка. Больно маленькая. Но она в обтяжку-то и будет. Кстати, вот эта вот желтая кофточка у меня, это тоже браная в Ticketex. Вот мне там нужно еще посмотреть будет черную маечку. В этот раз мало заказала. Да не было времени посидеть у них на сайте толком, все с толком, а с расстановкой. Вот если честно, вот спонсор всего вот этого праздника, вот этот вот пледик. Ну он как, знаете, как сказать, пледик такой. Пледик для моей комфортной жизни. Сидеть на балкончике, попивать пивко и гулять у моря. Тут смысл-то в чем? Я вам сейчас расскажу. Не, блядь. Он с рукавами, блядь,
Надеваешь его, и он не сваливается. Короче, я сейчас померю. А, подождите. Отдельно хотела бы поздравить мужчин. Так как видео выходит 23 февраля, хотелось бы поздравить мужчин. Мужчины, мы вас любим, мы вами гордимся. И радуйте нас почаще, женщин. Следующий праздник 8 марта. Короче, девчонки, наши праздники оба. Вот, например, 23 февраля, так как я служила, носила погоны и вообще работала в военкомате. Мужчины раньше служили по 2 года, потом изменения были по году, а я 3 года служила. В общем, 23 февраля – это мой праздник. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. Ну, короче, здесь в Турции сухого вина нет вкусного, поэтому мы пьем Джек Дэниелс. Видите, и так как мы леди, мы пьем из кружечки, из чайной. Ну, кто знает, чай это у меня или виски. Парни, с праздником вас. Подарите нам денег. Вот у вас праздник, сделайте нас еще более счастливыми, еще более довольными, чтобы у нас горели глаза. Парни, не подведите. Давайте за вас. А, вот такой кардиган у них на сайте еще есть в таком в ярко-голубом цвете. Да там у них полным-полно, что есть на сайте. Я им говорю, что-то мало я там посидела в этот раз. Ну, подожди, все еще впереди. Что, я пошла мерить вот этот плед, потом водолазку и халат. А что, носки уж мерить не буду? Ну и полотенчики вместе сходим, повешаем. Так, все, ждите. Сейчас я предстану перед вами в пледе, и вы поймете, какая это классная вещь. Роскошная. Девчули, зацените, какая вещь пиздатая. Девочки, давным-давно такое хотелось. Тики-текс, мечта сбылась. Девочки, это плед. Это плед с рукавами. Весь цивилизованный мир уже этим пользовался. Вот Тикитекс тоже додумался. Здесь, короче, можно вот так вот сделать башлычок. А самое-то, что интересно, здесь еще такой шлейф. Сюда же можно на него сесть. Смотрите. Как баунти. Смотрите, как в клипе баунти. Помните эту рекламу? Вот такой вот квадрат. Сядешь, у тебя с плеч ничего не будет спадывать. Сиди, жопа в тепле. Ляжки закрой, башлычок вот так вот, и сиди на балконе, пей винишко, кури, либо на берегу моря, встречай закат. Девочки, а он такой мягонький, он такой классный, он очень кайфовый, я так довольна. Вот я ради него, я как его увидела, сразу же в корзину положила, а все остальное заказала до кучи. Девочки, вот такой вот плед, а ну смотрите еще раз, чтобы прям рассмотреть. Вот такой вот. Сядешь, жопа в тепле, все в тепле. Сиди, кури. Я вот тут, короче, докурила. Вот эти вот тапки, кстати, тоже Тикитекс. Докурила, блядь, прожгла тапки. Пепел попал, я даже не заметила. Ведь я в них весь сезон отбегала. Все вот в доме, у меня же отопления нет в Турции. Все в тепле, вы понимаете? Какие они классные, какие они удобные. Только в них. Ковров у меня нет, отопления у меня нет. Я всю зиму в них пробегала, считай. Ноябрь, декабрь, январь, и вот уже сегодня 23 февраля. Вот так вот. И вот сейчас прожгла. Сезон дохожу, а потом, ну, новые закажу. Ну, или эти тоже. Эти состерну, поставлю, ну, там, типа, для гостей. Короче, вот такой вот. Жалко, что прожгла. Не дай бог плед прожгу, не дай бог. Ну, классный, согласитесь. Вот я в этих тапках, знаете, сколько я сэкономила денег? Сегодня выставили счета. Сейчас покажу. У меня сегодня 23 февраля выставили счет по электричеству. 138,80 лир, а у Женьки 1300. Так вот, Женька ходила босиком по плитке, а я в топотушках от Тикитекс. Оплатить до 4 марта. Так, а про этот плед что пишут? Так, полиэстер, ну очень приятный полиэстер. 150 на 200. Очень классный, очень. Так, давайте следующее будем мерить халатик. Сейчас я к вам выйду в образе секси-лейди.
Пойдем сразу же. О, блядь. Пол чистый, поэтому не страшно, что я хожу тут, подметаю. Я вчера тут все отпидорила. Шапочка для душа висела. Полотенец даже не было. А сейчас у меня два на сменку. Первое, второе. А, бля, тут на ярлычке. А ну, гляди, как хорошо у меня. Да и нахер нужна эта петелька, все правильно. Вот. Раз, повесила. Белая плитка, белое полотенце. Видите, как хорошо. Ну, блядь, я вообще с петелькой было бы лучше. Хотя с петелькой это бы удешевляло процесс. Она падать не будет. Но пока она просто новая, она крахмальная. Потом-то же оно вот так вот в руках будет. Вот уже не падает. Это просто у меня руки из жопы растут. Ну, короче, полотенцем. Сейчас у меня два полотенца. Два полотенца. Шапочка, блядь. Так, а сейчас я мерю, буду мерить этот халатик. Где он? Царица. Так, ну-ка, царица должна выпить. Я же леди, поэтому я пью исключительно чай. Хер-то вы угадали. Ты что, дура, что ли, чай пить? Я пью Джек Дэниелс. Настоящие женщины пьют Джек Дэниелс. Так, все, я пошла халатик надену. И протестируем его на балконе. Будем ловить взгляды мужчин. И, девчонки, я сама себя рассмешила. Девчули, слушайте, я в полном восторге. А ну, глядите, какой халат. Значит, здесь под поясок, чтобы держала, видимо, полу. Как? Полож, да, называется? Пояс пришит для меня, для росомахи. Я постоянно не знаю, где мой пояс от халата. Тут его пришили. Тикетекс, мне кажется, мысленно услышал мои молитвы. Значит, здесь собираем вот так вот его. Он, посмотрите, такой мини-бикини. Девочки, он тоненький, он классный и очень сексуальный. Мне кажется, если вы закажете себе его в подарок на 8 марта, вы не пожалеете. Девочки, или в подарок подруге. Представляете, такая утром выхожу на балкон, пью кофе. Ну, вот я утром пила кофе, пила айран, все здесь я оставила. Ну, вот представляете, время, наверное, 2 часа. У меня все еще здесь стоит. Хороша, да? Хороша, Маша. Ой, какая я неряха. Да некогда мне было, я с мыслями собиралась. Девочки, мальчики, вы посмотрите, какой он классный. Какой классный. Так и хочется сесть на своем балкончике в этом пледике. Вечерами бывает прохладно, но все же еще февраль месяц. И видите, у меня балкон угловой. А пледик стоит накинуть. А, учитывая то, что плед не надо держать, сидишь, ручки у тебя в тепле. Он из тебя не сваливается. Очень классно. И халатом я довольна. Телефон звонит. Хули надо? А, я же договаривалась к морю пойти. Сейчас, подождите, отвечу. Алло, Женечка? Алло, Женя? Блин, повторное подключение. Она уже вышла из дома, что ли? 14:43 время. Так, сейчас я сейчас скажу, мне надо снять. Готово, пишет. И через 12 минут выйду. Женечка моя дорогая, я сейчас досниму видео и тоже к вам приду. Идите пока вдвоем. Ой. Андрюша, привет. Андрюш, скажи маме, что я чуть-чуть попозже. Женечка, я чуть-чуть попозже. Андрюша, увидимся у моря. Видите, за мной какой маленький мужчина зашел. Это Женькин сын. К морю пойду. Девки, блядь, какой классный халат. Какой классный халат. Я себя прям человеком чувствую. Плесну себе. Я сейчас к морю пойду. Сниму видео, поставлю на загрузку, да и без забот пойду к морю. Мужчины, оставайтесь, пожалуйста, мужчинами. За вас, мои дорогие. А все, у меня больше показывать нечего. Я сейчас быстренько надеваю водолазку. Показываю вам, как она сидит.
И собираюсь их к морю догоняю. Ну все, мои дорогие, я пошла. Ой, блядь, халатом как довольна, пледом как довольна. Носки взяла, а там, ой, девчонки. В общем, я просто знаю, что вы основные потребители. Парни в магазинах не особо шарят. В интернет-магазинах они только, знаете, вот снасти рыболовные там смотрят. Ну, в общем, девочки, вы можете там и для своего мужика кое-что подобрать. Там есть и футболки, есть и шорты, есть. Но это только на ваших плечах. Да и вообще все на наших плечах. Женщины, вот мы истинные защитники Отечества. Ради нас совершаются подвиги. Посмотрите, как я раскраснелась, да? Вот Джек Дэниелс, вот Джек Дэниелс. Так, в общем, пошла я. А, Женька вон. Чего они к морю, блядь, поедут на... Не буду в гасар. Вот они стоят, такси ждут. Вот они под балконом стоят и ждут такси. Ёб твою мать. До моря не могут пешком дойти. 12 минут ходьбы до моря. Так, в общем, я пошла надевать водолазку. Да и к морю. Все, люблю вас. Ждите меня в водолазке. Ну, согласитесь, что крутой халат. Блядь. Ну, крутейший халат. Щик-щик-щик-щик-щик. Девчули, ну я опять стопроцентное попадание. Смотрите, какая классная водолазка. Обалденная. В общем, я в трусах, поэтому отходить не буду. Как она хорошо легла, как она хорошо села. Боже, какая она приятная. Очень красивый, глубокий цвет. Я даже не знаю, какой это цвет. Типа коричневый, типа шоколадный. Она прям классная. Прям на вечер с джинсами гулять по моей любимой Алане. Супер, супер просто. У я лохматущая, все через голову. Вискарь пью, видео снимаю. Ах, какая я женщина. Ах, какая я женщина. Вам такую многие мужчины, да вам не светит. Поэтому в первую очередь будьте мужчинами. Может быть, вам такая судьба и выпадет. Мне кажется, все, наконец, я сняла видео. В общем, я крайне довольна вещами. Спасибо Тикитекс. Ссылочку на сайт я вам оставлю в описании. А еще, если вы хотите попробовать, протестировать эту компанию, можно заказать любую вещь. У них нет минимальной стоимости заказа. Вы хоть носовой платок закажите, они вам отправят. Но знайте, что отправка по России при заказе от 5000, она бесплатная. Представляете, вам доставят бесплатно. Я довольна. Я довольна. Спасибо, Тикитекс. Девочки, мальчики, радуйте себя новинками. Да знаете, вот сейчас вот с этой пандемией столько... Мы так пересмотрели все взгляды на мир. В трусах хожу, наливаю. Ну, еще выпью скорее немножко. Это же, понимаете, ты придешь в магазин, и вот эти вот ёбла, блядь, недовольные этих продавцов-консультантов. А здесь сидишь на диванчике, приложение открыла Тикитекс, зашла на нужную страничку, там платья, футболки, сидишь выбираешь, никто к тебе не лезет. Вам это показать? Эти вот ёбла недовольные. Здесь сама себе покупаешь, сама себе продавец, сама себе покупатель. Там, кстати, скидки есть постоянным клиентам. Надо у них спросить про скидки, что, почему они... А, там не скидки, там подарки есть постоянным клиентам. Я вот у них уже постоянный клиент. Что-то они мне ничего не подарили. А я у них спрошу. А, в общем. Так я вчера на день рождения ходила. А я ходила в комбезе тоже от Тикитекс. И что думаете, я была баще всех. Я была в комбинезоне, но он сейчас у меня в машинке в стиральной. Прокуренный весь. Там же в Турции это же самая курящая страна. Считай, его весь прокурили, комбез. Ну как, я тоже курила, блядь, будем прямо говорить. Я курила, как это, как волк, ну погоди, аж по 4 себе вставляла. Ну, состернуть его. Потом опять буду в нем ходить. Считай, вот этот желтый кардиганчик, да плюс еще у них на сайте есть голубой такой кардиганчик. Да там у них дохуя что на сайте есть, еще постельное белье. Вот я у них постельное белье, знать-то не брала, одеяло брала, одеяло хорошее. Подушку брала, такую типа антистрессовую. Там у них дохуя что есть на сайте. Вот потом футболка у меня белая с красивым принтом. Надо бы вот еще заказать. Ну, к 8 марта себя еще порадую. Все. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что поставили лайк. Еще раз говорю о том, что ссылку на Тикитекс, на сайт, оставлю вам в описании.
покупайте лучшее.